Здравия всем любителям хоккея! Бостон уверенно прошел Каролину, тем самым продолжив череду сухарей на Востоке, и уже ждет соперника в финале. В то время как борьба в серии Сан-Хосе и Сент-Луиса продолжается, акулы пока к победе чуть-чуть ближе. Ну а теперь к лучшим моментам НХЛ, неделя 32-я. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Открывают наш топ Райан О'Райли и его шустрый гол в первом матче серии против Шаркс. А чуть ранее в той же встрече Кевин Лабанг забросил вот такую прекрасную шайбу. Сместился к центру и, выждав идеальный момент для броска, с кистей вдохновенно отправил снаряд в ближний угол. Шон Курали с шайбой, набирает скорость, входит в чужую зону и бум! Это Джастин Фолк эффектно останавливает нападающего Брюинс. В центре своей зоны, чисто, а главное, крайне уместно. Славин на синий, наброс, добивание, еще один бросок. И третий раз Тукараск отражает шайбу. Великолепная работа щитками и отличный выбор позиции от вратаря Мишек не оставили ураганам шансов. Сан-Хосе играет 5-3, Бёрнс пасует на Павелски, бросок, добивание, и шайба таки оказывается в сетке. Капитан Акул проявил настойчивость и высочайшую технику, с лету вторым касанием добив снаряд в цель. Музыканты убегают 4-2, Стин получает пас, и какую передачу Сунквисту он нарисовал! Александр вслепую, находясь к партнеру спиной, выдал шикарный ассист, а его соотечественник, в свою очередь, умело подставив клюшку с лопаты, вонзил шайбу в противоход Джонсу. Блюзмены в большинстве. Пьетро Анджело обрезается на синий, Кутюр врубает скорость, выходит на рандеву с голкипером, и Логан запускает шайбу под щитками Биннингтона. Восхитительный гол от лучшего снайпера плей-офф, который в этом моменте и перехватил, и убежал, и с неудобной прошил домик вратаря. Открывает тройку призеров Петр Мразик и его зрелищное спасение черенком клюшки во втором поединке финала Востока. Кипер Каролины молниеносно переместился и, выбросив руку, смог отразить этот сложнейший бросок круга. Там еще и Карло перед лицом прыгал. Действительно, очень непростой момент для вратаря. Это, пожалуй, переломный момент серии. Начало третьего периода и убийственно четкий комбинационный розыгрыш большинства от Бостона. Дебраск, поднявшись с колен, отдал точный пас на Маршанда. Тот в касание выдал снаряд под бросок Бержерона сходу. Патрис был точен и прошил домик Мразика. А Мишки с этого момента инициативу в серии больше не упускали. Лучшим моментом на этой неделе становится шайба Тимо Майера в первой встрече финала Запада. Кутюр перехватил снаряд, подхватив который, швейцарский форвард издевательски легко обыграл Боумистера и в ближнем бою не оставил шансов Биннингтону. Блестящий гол, который к тому же стал победным. Первое место – Тимо Майер, Сан-Хосе Шаркс. Под конец второго матча исход был предрешен. Этот факт сказался на бдительности Тукараска, и он просто подарил шайбу Теравайнену. Бонус недели. В той же второй встрече Брюинс оформили вот такое взятие ворот. Находясь прямо на пятаке, Давид Крейчи то ли пропихивал шайбу в ворота, то ли осознанно выдал голевой пас на Бекеса. Пишите в комментариях, что это было – неудачный бросок или расчетливый пас.
На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. Продолжение через неделю. А с вами был Филипп Олешев специально для Fox Hockey. До новых встреч. Пока.